значит, вы просто в своем локальном магазине продуктовом, ну, типа, не все отделы обходили, потому что детское шампанское, это как бы известная фигня, странно, что вы впервые про это услышали. Это, если что, обычная газированная вода, которая просто упакована вот как шампанское, да, то есть в стеклянной бутылке с пробкой, но это тупо газировка, нахуй. Да, безалкогольная, без кофеина, без ничего. Я очень удивлен, что в чате как-то люди удивляются. Что такое? Откуда взялось? А у вас есть? Блядь, везде есть, нахуй. Почему какие? Это все равно, что спросить, не знаю, вафли у вас есть, нахуй? Существует такое явление или нет? Нет, чувак, объясни, что это такое, пожалуйста. Кроме этого шампанского, в детстве закупался жвачками в форме сигарет. Чисто бадлан 8-летний был. Слушай, да, я когда был маленький, я любил детское шампанское и жвачки в форме сигарет тоже. Было дело, да. Согласен. А чуваки, а у вас в детстве вам не рассказывали байки про то, что цыгане в жвачке, ну вот в квадратные жвачки такие, да, засовывают бритвенные лезвия? Ну, знаете, сменные лезвия для старых бритвенных станков, бритвы такие, да? Вот нам рассказывали такое в детстве. Я реально верил, что цыгане засовывают бритвенные лезвия в жвачки. Я как-то раз, короче, пошел в магазин, купил жвачку, карманные деньги, значит, и прихожу домой со жвачкой, начинаю ее жевать. И, короче, жвачка была бракованная, и она не жевалась, а осыпалась нахуй во рту. И как же я пересрал, блядь, от этого. Правда, что в бочках с квасом опарыши? Чувак, в бочках с квасом не то, что опарыши. Загугли про то, сколько было кейсов, когда в бочке с квасом находили труп целый. Просто загугли не кейс, а сколько таких кейсов было. Потому что вот эти бочки с квасом, как бы, в них, как выяснилось, было очень удобно запихать своего собутыльника, как нечаянно, в пьяной драке, нахуй. Потому что, ну, как бы, я не знаю, он там то ли консервируется, то ли еще что-то, но длительное время не находят. То есть вот просто нагуглите эту срань. То есть я маленький, когда был, тоже любил пить квас именно вот с желтых бочек вот этих вот, и покупал его, ходил специально вот со своей бутылкой прям приходил, типа, вот.